А. Давай, на. Вот, молодец. Ой, давай, близко. Со сгущеночкой. Бочка, вкусная, да? Вкусная моя девочка. Вкусная моя Халиосия. И все, да? Можно еще, да? Давай, проси. Ой, извините. Слава, убираешь. Давай. Ай, молодец. А решетку дербанит сильно. Юру я хочу угостить. Юра, Юрочка, иди сюда. Тут язык на полметра вытаскивает. Да, Настенька, все. А вы их знаете? Конечно. Я третий год, я в этом году уже третий раз поехала. Так уже 3 года езжу. А это любимый? Я люблю кошек. Мой любимый — это лорд Ягуар. Да. Но эта семья очень интересная, вообще очень фотогеничный Юра. Совершенно удивительный медведь. Он очень любит позировать. Да, нас ревнуется очень его. Вот недавно приезжал английский журналист Грэм Филлипс. Очень такой известный товарищ, а тот же Сергей Рамазян, он стал известным. В 2014 году, когда вот Советский Союз в Украине, он приезжал со своим оператором. Это буквально было неделю, наверное, назад, Патрик Ланкастер. И вот у Юры с Грэмом очень такие теплые отношения, они прямо так любят друг друга. И вот эти двух мультяшечки из Грэма Филлипса так и назвали, Грэм и Филлипс. Он с ними очень красиво общается. Молодец такой, да, Настенька. Спасибо, что показали, ну, пожалуйста, рассказали. Юра, иди сюда. Ну, пойду я, ладно, пойду. Настя, успокойся. Юра, вот, я говорю, что здесь легко. Ты мой хороший, да? Юрочка, где Казинаки? Вот, вот. Юра, Казинаки будет кушать? Да. Ты мой хороший. Настя, иди сюда, я тебе дам. Иди сюда. Иди сюда. Юрочка, на, мой сладкий. Юра. Настя, иди сюда. Юра, посмотрите, как у меня. Ай, ты мой хороший. Вкусно, да? Ах, ты сладкоежка. Настя. Настя, на, не обижайся. Настя пугается, посмотри. Юра, ах ты паразит, ну что такое, дети, это ж твои дети. Вот так вот. Ну ему не нравится, что не его дети. Все, всех прогнал, не стыдно? Давай, водичка. Вот и все. Как я сказала? Надежда повар готовит бутерброды для Юры. Булка кончилась. На, на. Ой, ай, ты мой молодец. Ай, ты мой сладкий, на. Ой, ты мой хороший. Юлечка, Кыс-кыс-кыс. Кыс-кыс-кыс.